Есть. Мы Валерия уже материально поздравили. Обычно, когда я эту фразу произношу, то аплодисменты примерно вот такие. Ну, вчера утром позвонили мы Валерию и спросили, а чем же вот в творческом отношении тебя поздравить? Он говорит, меня ладно, можно как бы акцентированно не поздравлять, а что-нибудь можете ли вы сочинить, посвятив моей супруге? А говорю, в каких интонациях примерно? Ну, что-нибудь, чтобы слово «солнце» было. Итак, друзья, сегодня исполняются все желания Валерия Монастырева, премьера песни, которая называется «На корабле любви». Стоп! Подожди. Прошу прощения. Прошу включить фонограмму сначала. У нас первые два такта не были работы. Поехали. Как мягкий ласковый цветок склонилась ты ко мне. Твоя рука с моей сплелась, как будто бы во сне. Душа моя поет, и в мире все цветет. Прекрасно жить, когда в душе любовь живет. Мы между небом и водой на корабле любви. Счастьем мы с тобой, принадлежит нам мир, как синий небосвод, чисты твои глаза и ветерок любви играет в парусах, а с небес солнце шлет нам свои лучи, свой свет. Наш корабль плывет за кормой, оставляя легкий след. На корабле любви ты счастье даришь, как цветы, ласкающей рукой. Мои надежды и мечты навеки быть с тобой. На корабле любви, как в сказке мы плывем, на корабле любви, прекрасно нам вдвоем. А с небес солнце шлет нам свои лучи, свой свет. Наш корабль плывет за кормой, оставляя легкий след. На корабле любви. Свои лучи, свой свет. Наш корабль плывет за кормой, оставляя легкий след. На корабле любви. Oh, yeah. Большое спасибо, Ипполитыч, Ирина, вам. Еще один секрет. Мы постарались исполнить еще одно желание Валерия Ипполитовича. Мы были осчастливлены тем, что он, несмотря на свою занятость, 29 марта все-таки смог прибыть на наш концерт вот с Александром Карпенко. Это было в концертном зале «Олимпия», известном вам. И мы выступали там вместе с Иваном Завитаевым. И сгоряча сказали, что буквально вот
предыдущей ночью появилась идея, фактически уже вместе с Дмитрием Понаретом, с таким замечательным поэтом, мы написали песню, которая называется «Здравствуй, Крым». И Валерий сказал, если бы премьера этой песни состоялась именно в мой день рождения, 25 баранов. Я говорю, Валера, не надо 25 баранов. Мы в нашей семье вегетарианцы. Но встречайте, «Здравствуй, Крым». Премьера песни, мы и сами-то еще ее не особо выучили. Вперед! Здравствуй, Крым, вот и снова мы вместе. Ты с победой вернулся домой. Ты былой своей славе и чести шел в Россию дорогой прямой. Здравствуй, Крым, здравствуй, Крым, здравствуй, Крым, здравствуй, Крым. Мы под небом одним новый Крым сотворим. Новый свет Архангельский Тирополь. Мы так долго скучали. Вдохновителю и организатору многих творческих побед, полковнику Монастыреву Валерию Политовичу.